А дальше, короче, у нас занимательная аналитика, занимательная статистика. Кто нас занял этой аналитикой? И нас занял этой аналитикой никто, потому что у меня просто написано Никита. Возможно, я вас сейчас займу. Нет, ты просто когда перейдешь, там уже видно, кто прокомментировал. А, нас Кристина прокомментировал. У нас да. Если еще не обсуждали, интересная статистика. И здесь действительно статистика, которая, в принципе, интересная, но я бы сказал, она, ну, такая, интересная. Мы, кстати, с этого же сайта ее год назад обсуждали, за 2005 офигеть, год. Офигеть, офигеть. Тогда ладно, а это преемственность точно... сохраняется, еще чуть ли я не в другой квартире записываю. Блин, ну ладно, я сейчас испугался, что мы снова за 2015 обсуждаем. Не-не-не-не, тут нормально. Нет, на самом деле это статистика за 2016 год про то, как вообще фронтендеры живут. Так. И, собственно, они опрашивали это где? На каком-то, короче... Вот в каком-то, блин, опроснике. Вот кого-то опрашивали, и там 4715 человек всего занялось этим. То есть участвовали в опросе, то есть были этими. Вспомни, респондентами. Точно. Вспомни эти. Мы когда с тобой в прошлые разы обсуждали, мы несколько раз к этому возвращались, и там прям он писал с, типа, абзацы. А потом через неделю еще 1000 проголосовали, чуть-чуть изменилось. Вспомни, вспомни. Ну, слушай, да, мы, видимо, это уже после Нового года будем сидеть с красными носами. Да, может быть, давай. Какая тема? 4715 человек отвечали на различные вопросы. И началось все с самого легенького. Мы быстро пробежимся, потому что здесь не то чтобы очень весело, но не то чтобы как А ты можешь математики. Просто хайлайты сделать. 19 вопросов он задал, в том году было 8. Да, тут он увеличился, усилился. И сразу первая, легенькая такая, а сколько вы вообще во фронтенде? Сколько у вас экспириенс фронтендовый? И слушай, большинство уже 2-5 years. Вот так. Ну, такое большинство, граничащее со вторым большинством, где 5-10 years. 5-10 years, я не верю, честно говоря. И, кстати говоря, он перед этим пишет. Ну, мы как бы понимаем, что все опросы, они очень так... сугубо личного характера имеют вот вид. Потому что почему? Потому что многие люди просто себя занижают немножко, у кого такая самооценочка. Они как, да ладно. Вот, а некоторые, наоборот, себя завышают. Нет, до этого я 10 лет что фронтендом занимался, без бабеля. Это что фронтенд был? Поэтому я от нуля до одного года сделаю, да. А как бы до этого таблицами еще верстал прям на раз-два. Ну, а некоторые, наоборот, напишут, что они 10-15 years, а на самом деле они только вот первый день сегодня. А на самом деле им 17. Да, кстати. Вот. Ну, значит, окей, решили. Идем дальше. В принципе, достаточно опытная аудитория, отвечает большинство. Мачуа уже. Мачуа. CSS знания. CSS наука, так сказать. CSS knowledge, я бы даже сказал. CSS knowledge, я не побоюсь этого слова. И типа, насколько чуваки вообще себя ощущают в CSS? То есть они типа beginner, новички они. Или они intermediate, может быть, такие средненькие чуваки. Может быть, они advanced, все понимают. А эксперт — это вообще гении. И, между прочим, большинство intermediate, то есть средненькие пацаны. Не, не а, большинство. Pie chart, посмотри, там прям, advanced, да. Advanced чуваки, да, advanced чуваки. И что самое главное, то есть мы помним, у нас чуваки от 2 до 5 лет отсидки строгого режима. Угу. Они еще и advanced. Идем дальше. Вроде у такие успешные пацаны. Мне вот интересно, как вот различать? Такие расплывчатые формулировки. Что такое эксперт, что такое интермедиат, что такое адванс? Согласен, между вот интермедиатом и адвансом это странно. Пусть будет эксперт — это бабелька в совершенстве, знаешь. Или если ты бабич. Да, все, уже и решили. Какое используют CSS процессор, собственно? Процессор имеется в виду типа SAS-лес. И на самом деле, видимо, америкосы отвечали. Пиндосы, я не побоюсь этого слова. Они за SAS сильно топили, и там 63%, и там не победить. Смотри, там падение на 0.5% было. Да, да, падение реально. А пост CSS вообще не существовал, у него он NA. Ну да, и стало быть, за его счет, так скажем, и падение. Ну, он кстати, он да. Высрался на арене, и поэтому лес аж на 5% упал, так ему и надо. Да, лес, кстати говоря, не сильно используют. Ну, возможно, это из-за того, что американцы. Сократилось на 1% количество людей, на 1.4%, которые не используют препроцессоры. Потихонечку это... переходит на современные технологии, лют. Да, давай не будем смотреть, что там experience, процессор experience, там чуваки просто, типа, насколько они слышали, не слышали. Это, в принципе, очень интересно, SAS там побеждает по полной. Про него все слышали и круть. Naming schemes, CSS naming schemes. И типа, используете ли вы BAM, или Suite какой-нибудь там, или вот такой, или SMAX, возможно. И там чуваки, естественно, да, охренеть, все используют. Ну, 46, опять же, большинство, такое уверенное. Уверенное, я напоминаю, у нас крутые пацаны. Но, кстати, у нас, если бы вот за путечку произошло 46, второй тур был, надо было, чтобы больше 50, чтобы уверенное большинство было.
ты имеешь в виду переголосовать? Блин, не, ну я все-таки знаю, все-таки пользуюсь. CSS линдит. Кто линтирует CSS-очку свою? И реально, чуваки, не линтируют. Вот ты мне сказал, что ты тоже не линтируешь. Не, CSS нет. Видимо... Не вижу смысла просто. Это как-то это настолько сильно себя в рамки в эти загонять. Угу. И как бы это, наверное, имеет смысл, если у вас 20 фронтендеров, и вы прям все, у вас разношерстные, это хотя бы как бы вас сведет воедино. Угу. А если все уже довольно компетентные, то как бы тут, ну не знаю. Идем дальше, давай Q9 сразу скрольнем. И там Tool Usage. И Tool Usage это недалеко ушло на самом деле от всего, чего раньше спрашивали. И здесь типа, какие методологии или инструменты вы используете? Вот такой вопрос не очень корректный, конечно, но тем не менее, здесь есть такие вещи, как SMAX, и такие вещи, как, например, Autoprefixer. И Suzy, и Modernizer. Они, по-моему, вообще не исключают друг друга. И... А, ну хотя, собственно, если суммировать, извини, тут и сотни-то не получится. Тут будет больше, тихо, тут, да, тут будет ладно. Больше, да, и здесь просто вот как бы, вот, здесь 146%. Идем дальше, давайте еще что-нибудь повеселее выберем. JavaScript, вот, это интересно, то есть CSS-кой мы закончили, давайте узнаем, как JavaScript-ом пользуются. И здесь именно как пользуются, как умеют пользоваться, опять же, beginner, опять же, новичок. Knowledge. Да, knowledge, опять же. И господа-то, они как были advanced в CSS, так и advanced в JavaScript. Экспертов, кстати, тоже примерно 15%, возможно, это одни и те же люди. Скорее всего. TaskRunner, может быть, кому-то интересно, побеждает Gulp. И на втором месте NPM Scripts. По-моему, в том году так же и было. Нет, в том году, по-моему, Grunt. Да, ты видишь, там, смотри, какая разница. Grunt на 16% упал, а NPM Scripts вырос на 23%. Ну, вообще охренеть, просто скажу. Gulp на месте стоит, просто топчется, минус 0,1%. Да. Немножко пропустим. Появился, между прочим, гуевые приложения, например, CodeKit. Угу. Почти 2% пользуются, в прошлом году не было. И смотрите ролик на канале. 13-й вопрос. Вот так мы перескочим. А там про libraries. Какие вы используете JavaScript библиотеки? И, конечно же, побеждает какая? Правильный ответ? jQuery. Вот да. И 69%. Я так понимаю, опять же, здесь не... Здесь тоже 146. Здесь 146. Да. И, ну, то есть, конечно же, ты можешь использовать несколько библиотек, никто конечно, тебе не запрещает. Конечно, можно использовать и полимеры jQuery. Но в основном jQuery продолжает бомбить пуканы. Идем дальше. Angular 2 подбирается к первому. Правда, конечно, между ним и первым все еще underscore и Vue.js. А между ним и jQuery пропасть. Согласен, в виде React, который в тамбуре. Да. Давай к 15-му. JavaScript Model Bundlers. Знаешь, что меня сейчас резануло? В конце 13-го вопроса рекламка сразу React for Beginners. О, да, вижу. О, не хотел знать. Они, поди, еще и завышают на там проценте. Ну там реферальная ссылка, так что да. Я имею в виду в статье. А, React Growth. Вбросы, карусели? Yeah. Ну, слушай, не хотел думать даже на эту тему. Ну, может быть, кому-то интересно будет про Model Bundlers JavaScript-овые. И здесь побеждает Webpack. Он прям так бомбанул. Но это... Я хотел пожать, что побеждает I don't use a Model Bundler. Ну нет, но оно уже и не побеждает. А в том году, кстати, побеждал. 22% сломалось. Я стало тебе использовать. Скажу, в прошлом году вообще все побеждало, где не используют. Чуваки при процессоре не использовали. Угу. То там, есть ты вспомнил, да? Да, там была жесть. Я почему-то вспомнил, мне это отложит. Идем дальше. JavaScript Transpilers. И здесь, собственно, такие, как ну, Бабель. Тут просто практически это. Это где? Это, 16-й, да. Вопрос, вижу. А, ну тут слышали или нет? Я думал, какие. Потому что, по-моему, кроме Бабеля особо и нет. Почему слышали? Are you using? Ну ладно, да. То есть, как бы, в принципе, такие, типа, уверенные пользователи. 2942 человека. 62%. И это охренеть как круто, я считаю. Тут опять какие-то рекламы и экмоскрипта. Ну давай так. Например, React без Бабеля просто не работает. Угу. Поэтому тут, хочешь не хочешь, придется юзать. Согласен. Даже если не понимаешь. Даже если не слышал. Не слышал, но использую. Немножко JavaScript линтинга здесь был вопросик. ESLint новый бомбанул. Если бы этот вопрос был год назад, я думаю, что у него бы было вот все эти плюс 41%, потому что он новый просто. Вот да, он был, там какой-то есть хо. XO. Хеннесси, возможно. Hennessy. Кто-то просто пьет, прибухивает 24 человека. И нормальный им код сразу кажется, но расставляет там и все. Да, JavaScript тестинг. Кто-нибудь вот тестит свой JavaScript, просто реально тесты прогоняет, не? И чуваки ответили, побеждает, конечно же, кто не использует, но я хочу ответить вам, не ответить, а обратить ваше внимание, что моча
На втором уверенном месте. Да, моча та самая, которая кофе так называется, моча. Вот, извините, можно мочу? Да. Шоко мочу. Есть, кстати, плюс 7,5% у мочи. 19-й скучный, поэтому вот такая статистика. Я не знаю, грустная она, веселая или просто какая-то, что-то кого-то наводит на какие-то мысли. Напишите в комментариях, вы вообще соответствуете статистике? Или вы сразу beginner ответили и нормас вам был? Да, на все остальные не слышу, не использую. Да. Хотелось бы узнавать, когда такие проводятся опросы, и поучаствовать разочек. Нажать пару разочков, 19 разочков. Ну, я вот, ну такая, мнение свое высказываю. Слушай, может нам на ювеб-дизайне каждый год замутивать такой опрос, нас все будут репостить. Ты просто не веришь даже, что все это у меня записано в списке, нужно сделать. Блин, ты понимаешь, что у нас сейчас воруют эту тему все пацаны, которые нас слушают. Ну вот я не знаю, зачем ты ее озвучил. Ты вот надо вырезать это при монтировке, но ладно, не будем вырезать. Хотя я маркер-то поставлю, подумаешь, по настроению своему. Ну и что? Что ты хотел? А я хотел сказать, что... Как же ты меня сбил-то сильно, ё-моё. Согласен, я квитанул по тебе, и ты все уже зуботычено. Подожди. Ну давай, там было, что в прошлом году, I don't use, давай. Что было? Подождем, мы все подождем тебя, Сашенька. Не, у меня вообще безрезультатно. Без вариантов. Ну все, садись, я два. Отвалился полностью. По тайм-ауту. Между прочим, у нас перерыв должен сейчас быть по плану. Я предлагаю, да, перед тем, как откинуться на ваших гелендвагенах, в которых вы слушаете наш подкаст, давайте немножко передохнем, выйдем из гелендвагена, потрясем ножками, ручками, поприседаем. Побьем в крыльях, где снег мокрый забился. Да, побьем грушу. Вот, и потом вернемся, и будет светские новости. То ли про Хеннесси я что-то хотел сказать. Ну ладно, буду вспоминать. Просто поедал там, то ли я про... И мы вернулись с перерыва. И вы бы знали, на самом деле, что происходило в перерыве. Саня не то чтобы отдыхал, он наоборот работал. Он говорит, я сейчас, говорит, переслушаю кусок. И говорит, расскажу, что я думал. Я прям заставил себя вспомнить, и я вспомнил. Это к вопросу об опросах. Угу. Простите, опять же, за тавтологию. Я тут недавно утром сидел в ванной. Опа, господа. Мылся. Так, гусары молчать. Так, и мне пришло от Близзарда уведомление, типа, братан, пройди у нас, пожалуйста, ежегодный опрос, дерьмо, потрать 10 минут. Ты тратил в ванне, пока сидел? Знаешь, самое главное, что когда они уже сами не стесняются, говорят, потрать 10 минут, это значит, что прострешь на минут 30, наверное. Ну да, да. Но нет, я ложился в 10, я прям как бы минимально думал, отвечал. И там, знаешь, на эмоциях. Почему у меня... Я сразу как бы предвижу вопросы, почему? Потому что у меня активная подписка на Вовку. Mm-hmm. Это из-за этого. А мне ничего, кстати, не пришло, даже при том, что у меня Overwatch куплен. Ну вот, а вот мне пришло. И там именно такое, типа, блин, чувак, а вот в свободное от Вовки время вообще что делаешь по жизни? Опа. И там всякое. Там есть варианты, практически играю в гольф по Обамычу. Вау. На гитаре играю. Там. Тусю, не тусю, свой ответ есть. А если вот, говорит, играешь, вот, кроме Вовки, ну, там классически, сколько часов на Вовку тратишь, а внутри Вовки на что тратишь время, а на что хотел бы, а что тебе в ней больше нравится? Но кроме этого были еще, а какие другие игры ты кроме Вовки играешь или играл бы? И можно вписать свое, ты, естественно, вписал всякую скучнятину. Ничего не вписывал, там есть, там, во-первых, не было где вписать, так бы вписал. А там были, кроме попсовых всяких, типа там Battlefield 1 новый там и так далее. То есть они как бы пиарят немножко конкурентов? Ну, вот там так много игр было, прям практически консольные эксклюзивы, типа Watch Dogs. Я правильно сейчас Нет, сказал? Нет, скорее Uncharted. Uncharted 2. Да и в любой, первый, второй, третий, четвертый, их 4 уже. А что второе недавно вышло? Dishonored? Ну да, Dishonored, но они не эксклюзивы, опять же. Что такое? Все я мимо. Все прям вот мимо. Ну ладно, короче, вот все вот это вот было, все, что я не знаю. И были всякие старые, практически Beyond Divinity, Divine Divinity. Вау. И там были варианты, то есть были по мне вариантики, которые меня за струны души подергали. И там прям именно, а вот в скучной стратегии вы играете? А вот... Вот есть в Вовке такая же часть, как вот скучные стратегии. Я прям сидел честно, им все прям от 0 до 10 порекомендую ли я аукционы в Вовке своим друзьям. Блин. От 0 до 10 порекомендую ли я битвы питомцев в Вовке. Я понял, почему мне не пришло, потому что это про Вов. Да-да-да, там именно они, возможно, столкнулись с тем, что то ли падает интерес. Хотя по тебе Легион, наоборот, бомбанул. Ну, Легион бомбанул, но они просто хотят знать, собирают инфу. Возможно, они думают, почему бомбанул. То есть, как бы, ну, big data им нужны. Да. И это будет являться, в принципе, мостиком к одной из наших следующих тем.
ты прям крутую историю рассказал, и мне даже нравится этот опрос, он тебя не отталкивает. Возможно, потому что ты это про игры играешь. Нет, просто видишь, я тебе еще нормально рассказал. Если бы он тебе самому пришел, я даю 98%, что ты бы их нахрен послал, я бы не проходил. Про Overwatch бы я прошел, но только не 30-минутный. Ну тут нет, тут 10. Вот они как сказали 10, вот я примерно 10 минут, у меня жопа отмокала. Потому что я как бы все бросил, у меня телефон ба-бам-бам-бам, типа почта. Я думаю, блин, какой-нибудь крутой новый комментарий на веб-дизайне, какое мы говно там или что, какие мы крутые. А нет, Blizzard. Отлично, мне очень понравилась тема. Ставьте лайк, если вам понравилась тема от Blizzard.